очередная работа. Понятное дело, что на пороге здесь никакие. Ну, кроме порога, здесь и коснулось и днище. Мы тут уже подразобрали, как мы будем видеть, все в днище, орехи. Будем устанавливать. Здесь мы вырезали дневные полы. В данном случае приварим пенитель пола внутренним порогом. Я сам рад. Да, внутренний порог у нас тоже частично виден, поэтому мы вырезали ее и теперь доращиваем, привариваем кусок железа. Продолжаем наращивать внутренний порог как по ширине, так и по длине. Теперь начинаем приваривать нарощенный соединитель пола внутренним порогом. Должен отметить, что у нас идет не замена деталей, а устранение ржавчины и доращивание и восстановление, можно сказать, этих же деталей. Thank you.
Вот так примерно выглядит постановление салона с проваркой сварочных точек. Использовался мотор Телем 9000. И, кстати, он ни разу не перегревался. Хотя без водяного охлаждения и продувочный шланг заглушен. Также была произведена сварка методом пайки. Для этих целей использовался сварочный аппарат Telvin Digital 220. Ну, по сути, здесь заточить получше можно без поклевки, но с помощью драптора все прекрасно закроется. Внутри тоже мы полы делали здесь. Тоже так же закроем мовилью, герметиком, шумкой, гляньте, кором, и будет прекрасно. Ну, типа антигравия сделали, но это мы делали эраторы пороги. И даже отметили, где домкрат какой есть. Такая вот красота. Ну, здесь тоже внутри определенный процесс прошел. Кузовным герметиком мы замазали швы сварочные, вернее не сварочные, а где стыковали. За этим процессом мы по отливищам закрыли антикором антишумкой. А перед этим процессом залили стыки мовилью, так как перед сваркой детали мы не закрашивали никаким оцинкованным грунтом, потому что все равно в процессе сварки это все выжигается. Поэтому сначала заварили, а потом залили мовилью. Ну, в общем, собрали. Двери, наверное, ему это важно. Пороги были. Они теперь есть.